Медиахолдинг 100% представляет третий выпуск журнала Woman Ukraine. Это всемирно известный бренд, который уже презентован и открыт в Украине. Первыми читательницами нового издания стали участницы международного женского бизнес-форума «Евровумен». Проделана колоссальная работа. Здесь будет представлен проект Woman 500, Most Powerful Women, самых влиятельных женщин. И эти 500 самых влиятельных женщин будут отобраны из разных сфер. А самые главные сферы вот сейчас на первую сотню – это fashion and beauty. Для Украины это впервые, когда рейтинг бизнес-вумен составлен на основе оценки их влияния по отраслям. 5 направлений, в каждом из которых будут выбраны 100 самых влиятельных женщин. Таким образом будет сформирован глобальный рейтинг ТОП-500. Генеральным подрядчиком в проведении исследования выступили Европейская ассоциация развития бизнеса и агентство стратегического маркетинга B29. Большое количество рейтингов создавалось различными изданиями, но это все были общие рейтинги, и в них участвовали люди различных направлений. Редакция Woman говорит о том, что все эти направления настолько многогранны, что их невозможно объединить в одну какую-то атмосферу. В каждой отрасли есть огромное, колоссальное число людей, которые делают очень много всего для развития нашей Украины. Формат журнала Woman Ukraine не похож на гламурные глянцы. Это информационный ресурс, путеводитель по достижению успеха для женщин. Я буду рассказывать о бренде своем, но если вы читали журнал, там статья называется «Крутой поворот». Я ушла с бизнеса, я занимаюсь сейчас новым образовательным проектом, и я считаю, что нашу страну можно изменить, только изменив парадигму мышления. Женщины, которые стали лицом обложки нового номера журнала, делятся своими историями с аудиторией на ежегодном форуме «Евровумен». Для меня этот форум многозначащий, потому что собирается огромное количество деловых людей, женщин, интересных. Я бы хотела познакомиться со своим брендом всех участников «Евровумен». Действительно, это очень интересный проект, это новый проект для Украины. Знакомства, контакты, новые проекты. По-своему, достижения каждой из участниц форума отвечают заданным критериям рейтинга «Woman 500». Это те люди, которые определяют определенную силу влиятельности на наше общество. Это новаторы, которые всегда стремятся внедрить что-то новое и покорить новые вершины. Редакция Woman Ukraine уже приступает к следующему этапу работы – составлению рейтинга 100 лидеров в сфере образования. Также в нем будет полезная информация о тренинговых и коуч-центрах. По словам директора журнала Светланы Гирей, спикеры международного форума «Евровумен» имеют все шансы попасть в престижный рейтинг в следующем номере.